Сначала была организована игровая площадка, затем судья разделил игроков по возрасту. Как только началась игра, Улакчы завладел и удержал тушу козла, затем устремился со скоростью, забросил в казан команды соперника. Отметим, всего на Кокбыры собралось 45 команд из Аламедунского района. Высококвалифицированные спортсмены смогли показать пример другим своим многолетним опытом. А молодые же отличались своей ловкостью на игровом поле. Они с детства интересовались этой игрой. И есть те, кто побеждал. Мне 50 лет. Кокбыры занимаюсь уже 16 лет. Был лучшим игроком в Средней Азии. Очень волнительно ждем игру. Немаловажную роль играют и болельщики в Кокбыры. Сегодня они подталкивали команды вперед, критикуя, подбадривая. И захватывающая игра получилась красивой. Игра представляет собой быстроту и силу. Также надо понимать, что это командная игра. Наши предки говорили, кто хорошо играет в Кокбыры, тот был хорошим воином. Мы должны передать и научить молодому поколению эту национальную игру как ценность. Организатором Кубка Дружбы выступила Аламедунская районная администрация. Игра, проводимая на районном уровне, это призыв к укреплению единства народа, пропаганде здорового образа жизни, популяризации национальных видов спорта. Мы давно сотрудничаем с Федерацией Кокбыры. Сегодняшняя игра организована в целях укрепления дружбы и здорового духа. А для поощрения победителей было предусмотрено 50 тысяч сомов за первое место, 30 тысяч сомов за второе место и 20 тысяч сомов за третье место, 10 тысяч сом за четвертое место и другие ценные призы. Команда «Арашан» заняла первое место среди молодежи. «Маевка» заняла первое место среди 40-летних игроков, а команда «Ташмойнок» заняла первое место среди старшего поколения старше 50 лет. Айсулу Мурзакова, Санжар Жолдошбек улу, Асылбек Курманалиев, СТВ.